Всем здорово, любители Five Nights at Freddy's и пародии игр, с вами я, Олег Лазбер, и это Five Nights at Coco's Remake. Короче, посоветовал мне сам Тайна Кларенси, который он сам ищет для меня в своей пародии. И погнали, чё проходить. Меню из Джоли 2. То есть за неделю. А, первая ночь. Ну чё, поехали проходить чё ли эту игру. И какой милый человек в... Значит, тут механика почти что как по FNAF 1, но изменённая. You have one. Missed message. Да. Hello? Oh, hi. Oh, hi. Edward. Look at your new job at Coco's Happy Restaurant. I'm your manager. I'd like to show your nice... То есть тут почти что механика как FNAF 1, только по-другому. I know you're probably wondering why we don't want you to move around the place at night. It's for the animatronic characters in here. They become a little agitated in the middle of the night. Probably because there's a night mode is broken or something. Мне надо тщательно ее проверять. То есть через нее кто-то идет. Там отсылка на вот эту игру, которую я не хотел проходить, но все-таки не хотел. Так. А, это я думаю, пушалка? Не, это пугает. Так, значит, чем отличается игра? Во-первых, камеру тут как будто во FNAF поинте. То есть, вы знаете, FNAF маркер. FNAF маркер. Да. О. Все-таки есть. Ну. И меня смущает вот эта дверь. О, какой-то стрёмный. Да я лучше б не связывался с... Не, ребят, как будто FNAF маркер создано. А так не создано. Камера как будто в Fight Nights at Candy's. Не, ребят, как будто реально создано файт на FNAF маркере. То есть, наверное, на ПК версии только FNAF маркер. То есть FNAF маркер. То есть закрываю дверь, также тратится электричество. Не, ну. На самом деле она отличается тем, что было во ФНАФе и во ФНАКе, то есть. Но их также 4. А может быть есть секретный мотоник, потому что в каждой. Во FNAF пародии есть какой-то секретный аниматроник. Пока я вижу только актив. То есть только этого пацана. Он рядом. Чё, его дверью? Так, ладно. Это типа FNAF 1. Ну как будто он Фредди, то есть.
Траектория, Фредди. До свидания. Он не уходит. Ну да, он как во ФНАФе, то есть... То есть... А, можно его шаги услышать? Да ладно. Винта. То есть она через вентиляцию. Вот эта девочка через вентиляцию, как понимаю, да? Все же зарядку моего электрогенератора надо экономить. И он никак во ФНАКе, то есть возвращается обратно. Нет, я думал, что это как кто-то пришел, а оказывается телевизор. Не, реально. Я вам записываю уже 12 ночи. Может быть? Ходили. Привет. Ты будешь уходить? Иди. А что, решетка тоже тратит? Да, ты все тратит. Ну можно сэкономить. То есть не подсвечивая. Можно услышать звук. Но мелкий. Когда услышим, что он идет? Блин, уже мало. Мы сразу открываем. Можно так сэкономить энергию. Не, ребят, очень сильно напоминает Фнафмакер. Хотя она по-любому не на Фнафмакере создана. Вторая ночь. Ну, добавление строим. Ведь каждой фанмой этой игре добавляется новый аниматроник. Ну да. Взятый из FNAF 2 и из FNAF 1. То есть Визральд в третьей ночи, Манго во второй. И он будет относиться к вот этому. Now, do you see that weird thing in the stereo camera? That is what Chewing can build with the help of our staff, okay? You can call it Kota Kota. Now, like the other two on stage, Kota and Kota will wander around the building really fast. Keep an eye on them at every time, время, okay? Good. Oh, I forgot to tell you about our cat hand puppet called Meow. He belongs to the old version of Kota in the parts and service room. Well, he will try to enter your office by the defense. If he enters, you'll start draining your power. So keep it away from you, okay? Great. See you tomorrow then. Bye. Вот сейчас после Фунгайна активируются эти плюшевые гнуки. Можно сказать так, потому что я не знаю, как их дальше назвать. Говорили, можно и так сэкономить. То есть, смотрите. Я эту дверь не трогаю.
Будем по звуку. То есть сейчас у нас сейчас будет приходить так. То есть можно так сэкономить. Я не уверен. Можно так сэкономить, а можно и нет. А хотя может быть. Может кто-то прийти в эту дверь, а я не подсвечу. Блин, а я-то думал, кто-то пришел, кажется, это просто девочка сказала, ай, куды. Да, потом после этого идет ко мне. То есть сейчас будет новый аниматроник, как понимаю. Я ж говорил. Но возможно. I'm a cat, this is good. I'm a cat, this. Так, ладно. Проверяем. О, да, точно, можно по звуку реально определить, как. И так он типа уйдет. То есть все, можно определять по звуку. То есть по звуку можно прийти. Привет. Это кот. Маленький кот. То есть по флешу не будет никакой новой аниматроник. А как против? Так, ясно. Типа, я его пропустил. Ну ладно. То есть он не действует, как вот этот мандроник, то есть, который приходит через дверь. А где он был тогда? То есть его, наверное, флешем, а вот этого дверью. You have one. Да, спасибо. Не, ребят, это что-то чуть-чуть будет напряженное, что второй. Но всю ночь он не активен. А может охранник после выхода стоит? И типа он охраняет период. От аниматроников. И если его... Я не увидел.
Точно я не уверен, но это может быть факт. И как я должен был услышать его, если он не как Мандл? Вот этот чел. Он не как Мангл, то есть у него не шум, то есть как в FNAF 2, он просто появился из ниоткуда. Надо, наверное, его флешем вырезать, потому что от меня другого не пройдет. Я только что заметил его в коридоре. Ну все, первая смерть. У нас есть первая смерть, теперь нам придется ждать второй смерти, потом третьей смерти, ну и так далее. Но она отличается тем, что было в FNAF 1 и FNAF 2. Ведь я думаю, от этой два надо защищаться флешем. Но лучше... Расти. То есть его никак не услышишь, не увидишь. Вот дверя. Остается лишь только закрыть, как от Фредди, вот так. Тогда это проблема, ребят. Это будет проблемой. Потому что раз... Ну ладно, будем изучать эту игру. Фанмейдскую. И тогда сможем пройти эту игру. Все, пошел робот. Ну и как тебя отгонять? Не, он действовать будет как Фредди, наверное. Рили. То есть Фредди действовал так. Так, после этого он ко мне подойдет. Не, ну я не подойду. Опа! И он вернулся! До свидания, братан. Тебе не рады. Ну что ж, это будет большой проблем. Так, потому что надо выслеживать, когда он еще во второй камере. Ну, блин, первый скримак есть. Блин, молниям не мешает. Сейчас он рядом. То есть, можно не волноваться за тебя.
Вот за эту дверь можно взломать. Сейчас придет этот чел. А! Так вот как он работает. Во! То есть... Сейчас следа мои ходят. Ну что, ждем появления 6М, потому что уже... Зачем надеть? Гипса. Ага. Надежда была? Надежда есть. Слушайте, довольно прикольно. Да. Прикольная в том пародия. Ну, значит, новые аниматроники — это кот и вот этот вот. То есть, если я услышу вот такой звук, ну, можно сказать, скрежет, то закрывать дверь. Бум. Эта котейка, наверное, действует как Bloomboy. Ну, только со скримером. Пропущу. You have one missed message. Да, я говорю. Ты что там хочешь? Yesterday we tried to switch on the old version of Koso, and his behavior was really weird. Да, я продержался. The light seems to cause a blackout on him, and immediately turn off. That's why if he starts wandering the place, there should be a flash button on the kitchen and right. If it gets on that camera, just click it and it will get the back to his room. Сломано. Вот the flash will take 3% of your power every time you click it, and the power goes out. It's just about time someone will catch you. Alright, good luck and good night. Bye. Да, спасибо за прощание. Я был прав, он действует как Фредди, то есть, но с другим характером. И вот стал наш черный Максим. А, можно вот определить его, то есть. Это первый скрыш. Я был прав, он был бой. Мелкий, но... Так. Так, это чё? Так, это... То есть его реально можно... Прощай.
Она... Да ладно. Столько? У меня столько отнял. Так, он сейчас на второй фазе. Что ж, можно сказать, что я черного прогнал. Если он еще меня такой заберет, то кранты мне. Так, это робот. Но энергии мало. Братва. Протянуть или не протянуть, не знаю, но 4 часа. Не знаю, но не протянем, потому что у меня также проблема. Вот как ты не вовремя, когда... Котейка. ГГ будет. Пять часов не будет. Проверено. Может сразу помирать. Помирать. Помираем. Может, даст время. Притворяемся мертвые. Он даст нам время. Наверно. Но он же действует как же Фредди. А там то. Дарость. Команды челлендж. Ну, вызов принят. Братан, вызов принят. Уже две смерти есть, значит все. Смерти. И стараемся заэкономиться энергией, потому что энергии у меня становится мало. Вот, блин, вот. А я не знал, что эта штука тратит так много энергии. То есть флеш у меня тратит столько энергии. Еще так. Так, главное. Ну, можно сказать, что медленно, но не верю. Вот видите, 96. Будем ждать спасения, потому что другого момента у меня нет. Так. Пошел. Я жду часа. Давайте мне час. Не хотят давать. Ну ладно. Так, первый. Будем поверяться по смеху.
Да, это первая стадия. Так, 93%, это очень важно. Сейчас, наверное, он во второй камере. Так, седьмая. Так, ушел. А, опять геймджоу. Да ж сколько можно? Да, это геймджоу. Наверное. Ну, будем ждать этого разработчика уже третью часть, потому что мне это мне уже нравится. По атмосфере нет, но нравится. Окружаем. Помогите, ребят. Так, открываем. Давай, уходи. Давай, уходи. Вы же понимаете, что вы сейчас энергию-то? Вроде бы отогнал этих. Хотя... Ну, надеемся на чудо, ребят. Это на чудо. Если будет так же рандом, то я не знаю. Ребят, я пытаюсь вам записать пятую ночь в игре The Return of Freddy's 2. Ну, на чудо надеемся, ребят. Ну что? Еще да не купим. Фаза 2. Фаза 2. Так, закрыто. Ну, конечно. Так. Команд. Все, притворяемся мертвым, мне нет шанса.
Шансы есть, но мелкие. Смерть. Давай быстрее. Не, он сейчас быстрый так. А 6 утра горит. Не наступит, потому что ты в аду. Ну ладно. Ну это Визард. Что еще сказать? А, все-таки наступило. Ну со второй попытки просто. Так же как и вторую ночь. 36 минут. Видос ушел. Так что давайте-ка в меню, чё ли. И мы заканчиваем, чё ли, видос. Ну, в общем-то, чё сказать по игре. Игра нормально. Особых багов нет. Но с рандомом, с энергией там надо поработать. Она не действует как во ФНАФе, то есть... Она тупо действует как по чисто Джоли, то есть Джоли 2. Но все равно надо поработать с энергией. Так что разраб, тебе надо поработать с энергией, так что вот, я, если что, зафоловлюсь на тебе на геймджоуте и поставлю какую-то там оценку. Ну, мне кажется, что игра заходит, так что можно сказать, что 8 баллов из 10, потому что нарисовано. Идеально, все хорошо, так что ладно. И на этом все. Всем удачи и всем пока. Пока.